Ну, на 180 лет, да? Уже практически венок. Да. Это наш будущий хлебушек. Все, тесто взошло. Как, надо перемешать, да? Да. Так его жук-жук. И опять туда же. Ну, будет у нас хлебушек. Хотел, как всегда, что-то жрет. Это нормальное состояние человека в горах. А вот так ловятся хариусы. Где у нас пищеблок? Куда мы складываем рыбу? Она в рюкзаке, в мешке. Так, ладно. Я пойду пока еще одного поймаю. Так, опа! Тебе на это есть, наверное, ровно 5 минут. Да? Да успею? Не знаю. Так, ну а здесь у нас варится рябчик на коньяке. Рябчики. Три рябчика. Рябчики, ну, коньяки с ананасом. Во, во, да-да-да-да. Хариус, смотри-ка. Иди посуду мой, касал. Так, пока пьянца нет, надо быстренько снимать. А? А то ты придет и скажешь, что зарядка заканчивается, заканчивай. А вот здесь у нас готовится хлеб. Да, и мы скоро посмотрим. Ну, что-то очень интересное. В желудке у хариуса икру, которую он съел. Которую сволочь. Он, сволочь, съел, блин. Симужняя икра. Так, а это то, что получилось. Ну-ка. Выходит, выходит. Подожди. Сейчас ножом чуть-чуть придавить его. Вот. Придержи, да? Сказал же 20 минут. Не слушайте новичков. Если бы кацал не снимал, я бы сейчас ругался, конечно, матом. Ну, ну чё, а теперь смотрим. Снимаем этот самый, да? Да, или пополам прямо здесь. Блин, классный получился. Оба! Ребята, ну, смотрите. Половинки покажите. Вместе их составьте, я их приближу. Нет, вот разверните, во, вот так, ну, вот прямо сюда. Как... Чикаго! А вы говорите. Вот так вот. Доверки. Ну, а это уже хлеб, готовый к употреблению. Красавчик. Приготовление пирожков в походном условии. Хлеба. Ладно, сдобные булочки мешает. С ванилью. На 6 дней хватит. Снимаем. Готовы? Готовы. Чуть-чуть корочка пригорела, но вполне аппетитно. Вот так вот. Оговорил Алексей Локтев, что готовить не умеет. Смотри, как выросли-то, да? Да. Еще поднимем. Смотри, красавцы. Так, куда вывалим? Куда туда? А где ты? А углей вообще почему-то не получается, все сгорает. Опа. Это у нас будет... Гадали? Одних чуть больше, других чуть меньше. Если войдет. Войти. Получаются. Руки хлебороба. Да, как человек, который печет хлеб, не может быть злым.
Я всего на все цитирую. Труд хлебороба, хлебопека труден и опасен. И надо отметить еще главный поилец, который заныкал спирта. И чуть не оставил, поставил экспедицию на грань гибели. И принесли на волоке. Да, на волоке тащили. Нес Вован, смотри, какой запомнил к нему. Он, блин, какой, да. Повезет. Опа! В самый раз. А? Краешком, который... Которым ноги вытирал. Реже вытирал ноги. Удалось? Как всегда. Кратко сратолант. Зажарим окуней в их собственной шкурке. Нет. Ну и отобедаем водкой. Да.